На дворе самая настоящая непредсказуемая весна. То солнышко, то дождь. Но это не повод оставаться дома, вот и я решила выбраться на прогулку. Прислушайтесь. Слышите? Это птицы радуются приходу весны. Вот под птичьи трели мы сегодня и проведем нашу деревеньку. Увидеть поля с высоты птичьего полета и посеять клевер. Вы представляете, с 400 штук проверочных растений мы получаем 100-110 тысяч оздоровленного семенного картофеля. Картошка в пробирках. Новые разработки селекционеров из Дашковки. На своих уроках они делают музыкальные инструменты. Юные Страдивари Вишовской школы. Деревенька приехала на аэродром. Зачем, спросите вы? А видите, вон там за лесом летает самолетик. Так вот, это работает аграрная авиация. В этом году в хозяйстве Заря Могилевского района решили посадить больше красного клевера. Больше на 500 гектаров. Ведь этот белковый корм способен повысить надой на фермах. Мы делаем подсев под озимую пшеницу. Культура, посеянная осенью. Весной, чтобы не испортить посевы пшеницы, нужно использовать технику, которая давление на почву будет оказывать минимальное. У нас в хозяйстве это авиация. Первые полеты тут начались в 2007 году. Всего в авиапарке 5 самолетов. Сейчас работает вот этот Ан-2, самолет-легенда. Так называют его бывалые летчики. Внесение минеральных удобрений, внесение приманок, лесоохрана. Кстати, при лесоохране ставится дополнительное оборудование, может выливать воду на пожар. Универсальная машина, которая, наверное, больше ее такой нету в мире. Ну вот, установлен бункер на 1,5 тонны весом. Посмотрите. Засыпается, как вы видели, сверху удобрение и в данном случае траву, которую мы сеем. А распылитель стоит внизу. Представляете, мне посчастливилось стать вторым пилотом. Небольшой инструктаж от моего небесного командира Александра, и можно отправляться в путь. Одеваем. Так, микрофончик поправляем. Поправляем. Вот она я. Да. И сколько тут всяких кнопочек. А если на эту нажать? А это мы выходим на сверху. Полностью по связи с Могилевым. А то есть и нас могут услышать в Могилевском аэропорту? Конечно. Ну что, от винта? Наш полет проходит на высоте 20 метров со скоростью 160 км в час. Это нужно по технологии, ведь если мы будем лететь выше или быстрее, то посадим клевер просто не туда. А красиво? Когда семена у нас закончились, мы поднялись чуть выше. С высоты птичьего полета пейзаж действительно завораживает. Да, домой. Иди домой. За 40 минут полета на 50 гектарах мы с Александром посеяли целую тонну семян красного клевера. График у Ан-2 плотный, говорит Виктор Александрович. Ему ли не знать, в авиации летчик 40 лет. Сейчас задача посеять траву, клевер наш любимый. Потом подойдет подкормка озимых культур, озимого рапса, не одна при том, а их, наверное, будет две. Потом борьба с какими-нибудь болезнями. Романтика навсегда, потому что я хочу сказать, что настоящие летчики, они только живут в воздухе, поэтому мы все фанатики своего дела. Такие они, пилоты сельхозавиации. Вот и деревенька, и полетала, и свой вклад в сельское хозяйство внесла. Надеюсь, что посаженные семена дадут хорошие всходы.
В некоторых хозяйствах южных районов Могилевщины начали подкормку озимых. В почву вносят калийное удобрение. А вот чтобы начать посевную, среднесуточная температура должна быть 6-8 градусов с плюсом. А почва должна оттаять и подсохнуть, чтобы техника смогла выйти в поля. А вот в некоторых округах соседней России уже приступили к большому севу. На 2 недели раньше обычного. Погода вносит свои коррективы. Евросоюз на 400 тысяч евро проинвестирует развитие агротуризма в Славгородском районе. Планируется увеличить количество агроусадеб с 8 до 40, создать не менее 10 туристических маршрутов. Ежегодно в районе будут проводить не менее 25 деревенских фестивалей и праздников, туристических слетов и других мероприятий. По проекту фонда развития сельских территорий поддержат не менее 50 местных инициатив, направленных на развитие сельского и экологического туризма. 379 сортов сельскохозяйственных растений дополнительно включены в государственный реестр с 2015 года. Из них 68 – белорусской селекции. Согласно исследованиям, у этих сортов наиболее высокие показатели хозяйственно ценных и биологических свойств. Всего же в списке более 4500 сельхозкультур. Сегодня все понимают, что критерии экономической выгодности, поставленные перед аграриями, требуют более тщательного и взвешенного подхода в производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому не случайно деревенька посетила областную сельскохозяйственную опытную станцию. Здесь знают, как выращивать качественный семенной материал. Узнаем и мы. С точки зрения экспорта у картофеля перспектив больше, чем у мяса и молока, уверяют специалисты. Кстати, жители деревеньки, урожай картошки на 70% зависит от качества семенных клубней. А это святая святых областной сельскохозяйственной опытной станции Штабдашковки. Одна из лабораторий. Именно здесь работают над выведением качественных семян картофеля. Сейчас проходит один из этапов – черенкование. Да, вы не ошибаетесь, вот эти маленькие зеленые ростки в пробирках – не что иное, как рассада. Вы представляете, с 400 штук пробирочных растений мы получаем 100-110 тысяч оздоровленного семенного картофеля. А из этих 100-110 тысяч 30-35 тонн оздоровленного семенного материала. Кстати, к Людмиле Попковой за советом многие жители деревеньки обращаются, мол, какой сорт картофеля выбрать, когда и как лучше посадить. Одного сорта мы не придерживаемся. Должно быть несколько сортов, потому что погодные условия, сорт один даст хороший урожай, другой нет, третий. Но в основном дома мы садим средние спелые сорта. Вот мне похвалили, что очень хороший сорт «Вектор» сейчас, его вот новый вывели. И вот я его взяла, говорят, очень красная, внутри желтая и очень плодородная. В зависимости от калибровки, упаковки, спроса на сорт, экспортная цена может отличаться в 2 раза и более. Например, на международном рынке востребован картофель с красной кожурой. В 2014 году реанирован новый сорт «Волод», который отличается очень хорошими хозяйственными характеристиками, вкусовыми качествами и очень высокой устойчивостью болезней. То есть сейчас требования такие, чтобы были мелкие глазки, что это для промышленной переработки очень важно, поэтому он обладает этими характеристиками. Как приятно видеть все посаженные растения в добром здравии. Они хорошо растут и развиваются. Если вы рассчитываете получить со своего огорода неплохой урожай вкусной рассыпчатой картошки, то не забывайте о севообороте и о соблюдении агротехнологии. Сейчас идет потепление климата. Мы замечаем, что во второй половине вегетации начинается засуха. Поэтому нужно картофель сажать как можно раньше, чтобы он успел сформировать урожай до наступления критических условий. Марта было принято в дом приносить сосновую ветку. Считалось, что она очищает воздух и сохраняет здоровье всей семье. Ну а на следующий день на Федота нередки были сильные ветры. Зато и прозвал русский народ Федота ветроносом.
Но самым главным событием середины весны считалось пробуждение медведя. Так что, если встретите косолапого в лесной чаще, знайте, весна пришла окончательно. Хотя нет, лучше убегать поскорее. Наш следующий герой – учитель труда в Вишовской школе. Труд – предмет бесспорно нужный. Мальчики учатся работать со строительным инструментом, девочки кулинарят и рукодельничают. А вот Леонид Галушкин пошел со своими учениками гораздо дальше. На своих уроках они делают музыкальные инструменты. На первый взгляд инструменты декоративные, но из них можно создать маленький школьный оркестр. Хлопцы, я зараз ударю по инструментам! Идейный вдохновитель – Леонид Петрович Галушкин, художник по образованию, резчик по призванию. Именно к нему в кабинет труда после уроков спешит ребятня. А какие вы эмоции испытываете, когда с деревом работаете? У каждого человека свое дерево. И вот вы хотите подзародиться, получить энергию, вы, значит, должны прикоснуться к дереву. Кто к дому, кто к березе, кто к ели, а моя дерево – рябина, липа. Вот. И вот где дерево сидишь, когда все получается, она отрымливается, когда все получается, резьба и красота, это она как-то вот вдохновляет. Они готовы просиживать тут часами, меряют, чертят, вырезают. Я вот когда сразу пришел, я видел, как вырезают старшие, мне это стало интересно. И вот когда попробовал, я уже не первый раз черчу, вырезаю, мне это сразу по душе стало. Традиционная кухонная утварь превратилась в своего рода холсты, где ювелирно нанесен геометрический орнамент. Или портреты любимых мультипликационных персонажей. Каждый ученик, он по-своему талантлив, правильно? Вот. И он такой вот принес мне подарок и говорит: вот, Леонид Сергеевич, я так посмотрел, удивился, так вообще здорово. А она сохранена, как вы сказали, вот эта структура, вот это вот дерево, красота этого дерева. Даже вот, смотрите, вот тут вот даже выпал сучок, и то им как-то смотрится, правильно ведь? Нет предела творчеству местной ребятни. Вместе с учителем в школьном дворике они построили целый город. И не раз доказывали на престижных творческих соревнованиях, что и в сельской школе учатся талантливые и находчивые ребята. Вот я увидел в Германии, что есть такие рождественские карусели. Ну и подумал, можно олимпиаду сделать. Как-то, когда что-нибудь делаешь, тогда забываешь про все плохое. Резные наличники на дверях, карнизы, зеркала украшены геометрической резьбой. Раньше, говорят, было больше. Теперь же современные стенды вытесняют работу рук человеческих. А жаль, ведь эта красота – не что иное, как выражение внутреннего мира художника. Thank you.
Детском центре фольклора гостей встречают хлебом, солью, дарушниками, самотканами. Пару лет назад в одной из экспедиций фольклористы нашли вал старинного ткацкого станка. Потом поискали по другим чердакам и так по детали соорудили свою установку и начали ткать. Интересная техника и интересно это все разгадывать, как компьютер. Вот как заложена программа в компьютере, и она идет, так и здесь, в этом станке. Ты заложил педали, там 6, 7, 8 педалей, и одна опускается, вторая поднимается, и получается уже другой узор. Получается, что старинный ткацкий станок, как компьютер, только деревянный, наверное, этим и привлекает молодежь. Училась, мама меня долго учила, чтобы получалось, я все время путалась здесь все. И первое, в чем начинаешь путаться, это педали. Выбрать из 8 штук нужную нелегко. Перепутать педали здесь действительно легко, это не то, что на машине ездить. А ведь 100 лет назад такой станок был в каждом доме. На нем ткали полотенца, набожники и даже ковры, а вручную мастерили модные аксессуары, пояса. Еще в начале 20 века пояс был неотъемлемой частью белорусской одежды, праздничной, повседневной и ритуальной, а отсутствие пояса считалось нарушением норм поведения. Считали даже, что в человеке без пояса живет бес. Оттуда и современное выражение «поясничать» или «распоясаться». Пояса были очень большое магическое значение имели. Вот когда выходили замуж девушки, женились парни, их связывали поясами, которые специально для этого ткались и делались, именно для этого. Молодая, когда входила в дом к своему жениху уже, она же была уже невеста, а жена, ложила свой поясок на печке где-то и говорила, что «домовой, домовой, прими меня, потому что я уже здесь». За несколько столетий технология ручного ткачества не изменилась. Нижние бегают сами себе, а вот эти привязанные, они как бы переплетаются, и получается ткань тоже. Понятно. Меня заинтересовало ткачество на косточках. Здесь просто узоры мы переплетаем, перебрасываем в косточки, и получается другой узор. Вот у меня получается узор кубиками, я перебрасываю просто-напросто косточки. И смотрите, я перекручиваю, и все нитки меняют свою, видите, уже начинаются менять ниточки, когда они получились другую, и вот, видите, уже получился зев. Петуховцы не скрывают, что ткать – работа монотонная, поэтому без зазрения совести прерываются на чаепитие, ведь делу время, а потехе час. Весной всегда легко думается, легко мечтается и верится в лучшее. Улыбайтесь солнцу, полюбите ветер, радуйтесь дождю, и все у вас будет хорошо, и не только этой весной. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго, всего лишь на неделю, и пусть она для вас сложится удачно.